Я впервые в качестве жюри на вашем конкурсе. Меня очень порадовал уровень. Действительно, ребята талантливые. А есть, конечно, кто менее сильный. Но, в принципе, 80% ребят очень и очень перспективных и одаренных. А кто-нибудь сегодня прям понравился так очень-очень? Мне понравилась девочка из Новосибирска. У нас есть общие корни, я тоже из Сибири, поэтому, конечно, я болею за нее. А какие рекомендации или пожелания могли бы дать начинающим вот участникам? Хочется пожелать, чтобы артисты, юные даже артисты, выходящие на сцену, понимали, для чего они это делают. И если уж ты вышел на сцену, ни в коем случае не теряться и вот побольше уверенности, смелости и вот напористости. Ты принимала участие уже на таких конкурсах? Да, я принимала участие именно на этом конкурсе, представляла Россию на Славянском базаре, была на «Голосе». А ты сегодня волновалась перед выступлением? Нет, я даже не волнуюсь никогда. То есть ты уже профи в этом деле? Да. Как впечатление? Знаете, в целом очень положительные впечатления, очень понравились дети, успел застать небольшое количество ребят, и есть прям два ребенка, которых хотелось бы отметить. Это мальчик из Калуги, Ушаков Тимур, 11 лет, и девочка из Новосибирска, 11 лет, Воробьева Маргарита. Это вот два участника, которые сегодня мне больше всего понравились, и им можно пожелать только развиваться, потому что у них действительно видно очень большие задатки есть, и они могут развивать в себе настоящего артиста.